Всем привет, начинаю застраивать линчпикс по 30 волн. То есть у меня пройдено 10 оборон, и теперь надо застроить по 30 волн. Вот, начинаю застраивать. Буду строить из металла все. По такой методике, что сначала я застрою главную базу, металлический каркас, и потом все остальные щиты по порядку. Вот. После того, как я сделаю каркас на полную память карты, потом я начну ставить ловушки. Вот, так, здесь я поставлю пол. Строю полом все. Здесь память ограничена, поэтому нужно делать все по-умному. То есть сначала все застроить в каркас. Потому что если ты ставишь постройки с ловушками, тратится память. Либо просто ставишь постройки, и также тратится память. Но потом можно на постройке ставить ловушки, и уже неважно, заполнена у тебя память или не заполнена. Поэтому для 30 волн нужно сначала сделать каркас, а потом все застраивать. Планирую я строить под АФК, чтобы максимально вообще ничего не делать здесь. То есть просто запустил, и все. Здесь я буду использовать шины и замораживающие. Ловушки шины и замораживающие. Так, здесь падает метеорит. Шины замораживающие буду использовать 144-е, потому что... Ну, они самые мощные, получается, и с ними, я думаю, что вообще будет нормально затащить, потому что я уже запускал 30 волн. Ну, до этого я застраивал и запускал. Вот, я примерно понял, как что должно застроено быть правильно, где тут что. Поэтому так. Здесь надо ставить... Тоже вот ловушки, потому что здесь приходит. Ну вот если кому интересно, можете вот как у меня все застраивать и все. Потому что плюс-минус. Здесь как бы. Ну, по своей методике и, ну. Чисто в основном, как бы, и на дамаг будет у меня идти, и дамажить, и замораживать, и все вместе. Ну, я считаю, что это прям самый такой оптимальный вариант для линчпикса. Если таким образом застроить. Вот. Так, здесь у нас получается на 2 идет. Шины дамажат на 3 ячейки. То есть можно на 1, на 2 или на 3. То есть это не значит, что они будут дамажить его больше, если ты их выше поставишь. Это полная чушь. Законы физики здесь не работают. Чем выше, тем больнее. Это чепуха полная. Так, сейчас здесь так поставлю. Чисто сделаю каркас, потом уже... После каркаса уже ставить ловушки. Так, здесь я поставлю вот так вот. Здесь тоже максимально побольше коридоров. Здесь уже я буду батареи эти ставить, чтобы они шли, да, либо дротики. Здесь у нас впереди дротики, по бокам батареи. Вот, наверное, как-то так. Где просто они стоят, здесь, наверное, буду музыкалки ставить. Да, здесь буду ставить музыкалки. Мне еще не так будет. Есть музыкалки. Вот как-то так. Так, здесь. Так, сейчас я покажу, какие буду ловушки использовать для застройки линчпикса по 30 волн. Значит, вот, 144-й, шины, замораживающие в основном. Ну, вот эти дротики и батареи. Так, еще ПВО потом ставить. Ну, с ПВО я уже буду поаккуратнее, потому что в тот раз я их ставил, у меня от ПВО вообще жестко все лагает. Так что с ПВО буду осторожнее теперь. Так, сейчас главную базу застроим здесь. Так, вот это же не держится, поэтому ставим так. Здесь потом щиты ставим для фарма, колесик. Так, сейчас крышу застрою сразу. Так, мне бы наверх забраться. А наверх, чтобы мне забраться, надо прыгалку сделать. Так, сейчас вот здесь вот я застрою, все застрою. Так, и здесь. Так, теперь. Я буду вот здесь вот застраивать. Так, здесь вот на 3 ячейки идет, да? Здесь можно вниз опустить. Так, вот начать настраивать. 2. Мне больше по 2 нравится. Внутри можно, когда прям необходимо. А так в основном 2. Вот, видите, тут все вот сломалось. Все, здесь дальше не будем строить. Да, здесь больше не будем строить. Здесь привязку сделаю небольшую. Так, сейчас я возьму вот эту, чтобы... Так, возьмем вот это, чтобы запрыгнуть. Давай. Так, отлично.
10 атак поставлю. Так, вот тут они могут идти, поэтому там здесь открою. И все, здесь тоже сделаю вот это вот. Чтобы их дамажили, если что. И здесь вот барьеры тоже сделаю для них. Я думаю, что будет их это останавливать. Так. Здесь вот так. Не надо здесь. Барьерчики небольшие. Сейчас я буду делать чисто каркас. Чисто каркас для них. Вот. Потом, как каждый щит я в такой каркас сделаю. Все, можно будет уже ставить ловушки. Так, где центр базы? Вот. Так, ну ПВОшек, я думаю, вот так вот тут здесь хватит. И больше не надо их ставить еще. И то, даже возможно будет много. Здесь вот против вот этих зомби. Они сюда вот будут попадать. А я вот эти вот поставлю. А где они? И все, то есть они сюда падают и... вот этими ловушками дамажатся. Вот смотрите, вот так раз и раз. Он сюда падает, постройку задамажил. Задамажил, и вот эта ловушка его убила, и все. Как-то так, короче. Это рабочая тема, уже несколько раз так делал. Так, дальше здесь застраиваю. Так, что здесь вот это. Здесь сейчас все тоже заставим. Застроим. Так, все, здесь вроде бы все правильно. Здесь. Вот так вот у нас будет. Тоже привязку сделаю. Здесь у нас эти метеориты падают. Здесь так вот сделаю. Да, пусть. А то, блин, этот... Кто его знает. Так, это тут на 2 ячейки, это на 3. Все, а здесь уже надо нижний делать. Потому что иначе они тут... Уже не будут дамажить. Так, вот здесь вот все тоже они будут. И все, вроде бы. Достаточно. Так, здесь достаточно. Здесь вот это вот я поставил. А, здесь. Здесь нижний предел. Подожди. Здесь на 2 ячейки, а там идут на 3. А, ну все, ладно. Здесь вот это не нужно уже. Да, здесь вот на 3 ячейки идет. Так, ну все, здесь все правильно. Падает метеорит. Так, здесь тоже все застроил. Все, здесь так-то не идут. Идут. Так, вот здесь еще не застроил. Привязку сделаю. Так, а это что? А тут они не дамажатся, да? А, да. Все. Ну вот, получается, главная база готова, все. Так, здесь что-то я понаставил, непонятно что. Так, все. Так, ну что, главная база застроена. Улучшать можно сейчас все улучшить. Можно потом уже, когда будешь ловушки ставить, и все улучшать. Вот, ну, пока я особо улучшать не буду, я сделаю чисто каркас под ловушки. Вот, здесь у меня на полу у меня будет замораживающий стоять. А наверху у меня будут шины стоять. По бокам будут вот эти вот электрические, настенные генераторы. Здесь вот я по бокам сделаю шины, а впереди, наверное, дротики вот эти вот поставлю. Чтобы они вот так шли и их дамажил. А здесь музыкалки, дротики, шины, замораживающие дротики. Здесь музыкалки, замораживающие, все это в музыкалках будет. Здесь опять вот, вот эти по бокам батареи, здесь дротики вот эти вот. Шины, ой, батареи, дротики, музыкалки, замораживающие и шины. Ну все, вот таким образом, все. База будет 30 волн жить АФК вообще на изи. Прошлые разы я играл, ошибки, которые я допускал, это много наспамил ПВО. Из-за этого было 1000 пинг, и играть было вообще невозможно. В этот раз я ПВО буду ставить по минимум. Вообще вот здесь вот в этом квадрате только поставлю на каждом щите, и будет более чем достаточно. Вот. Защитников ставить не буду, в прошлый раз я их ставил. Ну, то есть я понял все свои ошибки, и вот считаю, что вот этот вариант будет считаться самым идеальным для 30 волн. Так что... Ой, металл закончился. То есть вот 5 камня ушло. Вот, кому интересно, может также попробовать, как я, застроить, если хочет пройти 30 волн. Вот, то есть главная база будет вот таким вот образом. Самый такой оптимальный, экономичный и в то же время нормально дамажащий вариант. Здесь так тоже привязку сделаю на всякий случай. А то мало ли.
мало ли. Ну все, вроде бы я везде все поставил, ничего не забыл. Вот тут я поставил. Так, здесь что, здесь будет так вот на 3 падать. Здесь на 3, на 3, на 3, да, здесь все на 3. Ну и все, в принципе. Здесь батареи и замораживающие. Ну, шины. Вообще, одних только шин будет достаточно, они будут вообще нормально дома, что. О, вот здесь вот я еще эти не поставил сейчас. Так, вот здесь вот так, вот так. Все, вроде бы здесь все без ошибок и правильно. Ну все, в следующем видео я буду застраивать щит А под каркас. Главная база готова. Кстати, вот здесь вот я сделал место, чтобы ставить базу этого конструктора вот здесь раз, если надо будет. Для фармаресов или утилизации там чего-нибудь. Ну, как-то так. Все, всем пока.